Организации, которые будут отвечать за уборку дворов и автомобильных магистралей в зимний период, сейчас под пристальным вниманием надзорных органов. Сотрудники Главного управления содержания территорий посетили Люберецкое ДЭП. Результаты проверки в нашем следующем сюжете. 44 единицы техники, 180 человек, 6 тысяч тонн песко-соляной смеси. К первым снегопадам Люберецкая ДЭП подготовилась заблаговременно. Запас противогололедных реагентов до конца года закуплен. 80% специализированных машин переобуты на зимний период. Это у нас в основном КДМ, трактора МТЗ, 82-е, 320-е для тротуаров. Также у нас грейдер есть, есть снегопогрузчики, есть простопогрузчики. В этом году новую технику не приобретали. В принципе, предприятие оснащено всем необходимым. В этом лично убедились представители Главного управления содержания территорий Московской области. Специалисты осмотрели технику, проверили наличие необходимого инвентаря и материалов. Претензий и замечаний к руководству предприятия нет. Сегодня была проверена ОКБ ЖКХ и Люберецкая ДЭП на предмет готовности к зимнему периоду 2023 года. Данные организации готовы к зимнему периоду, даны рекомендации Главного управления содержания территории, которые находятся на контроле, они будут устранены. Также ревизоры ознакомились с документацией готовности мест для снегосвалок. В этом году, согласно постановлению администрации, в округе определено 3 участка для складирования снега. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.